Первый городской конкурс «Национальная краса 2021» – это не про красоту, говорят организаторы, а про дружбу разных национальностей, проживающих в Нефтеюганске. А конкурс о том, насколько наши участницы влюблены в свою национальную культуру, влюблены в свой народ, влюблены в свою историю, насколько они это знают и насколько могут рассказать и подать достойно ее. Конкурс состоит из трех этапов. В отборочном выбрали 11 самых ярких и харизматичных. Во втором девушки участвуют в фотосессиях, мастер-классах, презентациях. Приглашают друг друга на мастер-классы, учат своей национальной культуре, своим национальным рукоделием, своим национальным кулинарным каким-то блюдом. В общем, мы ходим друг к другу в гости, знакомимся. Ну и, конечно же, параллельно мы готовимся к большому финалу, который состоится 25 декабря. Каждая участница с большой ответственностью подошла к презентации своей национальной культуры. Уроженка республики Саха показала фрагмент ритуала якутских шаманов. Хотелось оттолкнуться от нашего национального праздника Эсэх, то есть это наш якутский Новый год, который проходит, казалось бы, на земле вечной мерзлоте не зимой, а летом, в самое жаркое время года. Анна представила гостям своего мастер-класса традиционную строганину, нарезанную настоящим якутским ножом, свежие замороженные ягоды с родной земли и, конечно, оладьи, приготовленные своими руками. В конце все участницы погрузились в волшебный танец стерха. Олеся Белова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».